Северная Корея готова в любое время и в любом формате провести саммит с США. В Пхеньяне подчеркивают, что встреча лидеров двух стран необходима для разрядки сложных отношений. Накануне американский президент сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну об отмене встречи. Дональд Трамп подчеркнул, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних враждебных высказываний Пхеньяна, хотя готов встретиться с лидером КНДР в будущем. В Белом доме добавили, что представители Северной Кореи перестали выходить с ними на связь, в частности, не приехали на встречу, где должны были обсудить детали переговоров в Сингапуре.